Леонид Агутин поздравил алмаздобытчиков с профессиональным праздником. Агутин дал 2 концерта в Мирном и 1 в Байкале. Чем запомнится алмазный край артисту, узнали наши коллеги. Послушать любимые песни приехали и жители Удачного. Публика встречала знаменитого артиста горячо. Танцевали и подпевали артисту во весь голос. На разогреве у заслуженного артиста выступала Элина Чага. Девушка попала под крыло Агутина после проекта «Голос». Когда к ней повернулись Пелагея и Леонид, девушка выбрала Агутина и не прогадала. Да, я заключила контракт на 5 лет с продюсерским центром. Он пишет песни, написал несколько песен для меня, я тоже пишу песни. И вот так вот мы гастролируем, работаем. Так получилось, что в день рождения алмазной столицы день рождения отмечал и звездный гость Мирненцев. На сцену Леонид Агутин выходил под дружные поздравления публики. Свои хиты Леонид Агутин спел практически дуэтом со зрителями. Танцевали и подпевали певцу сотни горожан. Люди очень добрые, очень отзывчивые и очень оптимистично настроены, что самое покоряет. Погода плохая все 3 дня. Вот я на этот 3 дня вышел, у меня день рождения, настроения никакого. У меня на завтрак иду, меня встречают. Леонид, а что настроения нет? Привет, доброе утро. Ну что вы такие радостные все, а чего грустить? Ну вот мне это очень понравилось. Это, конечно, делает вам честь. Добродушная публика рукоплескала Леониду Агутину и в Айхале, и в Мирном. Праздник удался на славу. И жители Алмазного края еще не скоро перестанут напевать «Босоногого мальчика», «Хоп, хей, ла-ла-лей» и другие любимые песни. Анна Винокурова, Оксана Мезенцева, Денис Хазов, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».